Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости канала Зирка-Ювелирка. Рады вас приветствовать. У нас новое видео, посвященное сегодня браслетам. Разве можно без браслетов? Без браслетов жизни нету. Браслет — это достаточно популярный, модный аксессуар и очень-очень древний. Поэтому сегодня поговорим о браслетиках. Ну что, прежде чем приступить к демонстрации наших изделий, хочу вас попросить подписываться на наш канал, ставить нам лайки и писать много-много комментариев. Мы будем очень рады и благодарны вам за комментарии. Ну что, приступим. Первый браслет, который я вам хочу показать сегодня, это браслет-ключик. Я демонстрирую его первым, потому что он жесткий. Это браслет определенной формы, жесткий, не гибкий. У браслета размерчик, в принципе, где-то от 17,5 до 19. Он подойдет на такие размеры. Очень оригинальный ключик, огибает ваше запястье. Браслет родированный. Серебро 925 проба. Напоминаю, для тех, кто смотрит нас впервые, мы являемся производителями ювелирных изделий из серебра. И наша компания позиционирует себя на рынке с 2006 года. Итак, браслет у нас под номером 0. Он вынесен немножко за скобки из-за того, что он у нас жесткий. Стоимость его 690 гривен. Девочки, внизу указана стоимость в рублях. Карандашиком, если кому-то будет не видно, непонятно, пишите в комментариях, мы уточним. Буду озвучивать в гривнах, а дополнительно мы укажем стоимость в рублях. Браслет весит 6,48, он покрыт родием и инкрустация фианитиками. Вот такая красота. Смотрим дальше. Посмотрите, пожалуйста, моделька змейка, всем известная, очень популярная, она есть в разных интерпретациях. Сейчас я вам хочу предложить вот с таким вот синим сапфировым фианитиком. И хочу немножко сделать акцент, что браслеты — это очень сильные обереги, они известны с древних времен. Потом мы поговорим, почему это считается оберегами. Данный браслет лот номер 1. Стоимость его 520 гривен, размерчик у него 19, вес почти 4 грамма. Замочек здесь коробочка, сейчас я вам покажу, маленькая вот такая. Вот так вот закрывается браслетик и инкрустация фианитами тоже на замочке. Также родированное серебро, очень нежный, тоненький, элегантный браслетик. Следующий браслет яркий, нарядный. Посмотрите, пожалуйста. Здесь фианиты в форме маркиз. И фианитики, инкрустация идет белыми. Фианиты цвета сапфир, тоже под сапфир, синенькие. Браслет у нас под номером 2. Его стоимость 1200 гривен и размер 18. Но у браслета есть удлинитель. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Удлинитель порядка 3 сантиметров. То есть, в принципе, браслет 18 плюс еще 3 полноценных размера с половинками. Поэтому, пожалуйста, выбирайте. Подойдет на любой размерчик. Очень нарядный, очень-очень яркий браслет, необычный. Еще раз напоминаю, если на экранчике плохо видно, камушки здесь цвета сапфирового, темно-темно-синего, насыщенного. Следующий браслет необычный, браслет настоящий, обережный. То есть наши предки вообще, в принципе, надевали даже маленьким деткам на запястье браслетики в виде красных ниточек. А мы, в принципе, можем тоже использовать браслеты не только как украшение, а и как оберег. Вот это у нас ручка, да, еще называют хамса, рука от сглаза, чтобы вас не сглазили, не дай Боже. И браслет у нас очень интересно представлен вот весь в таких ручках. Немножко кажется, что это восточный мотив, но нет, это не восточный мотив. Это на самом деле рука пришла к нам из христианства, из древнего-древнего христианства.
Вообще, в принципе, браслеты у нас носят, вот заметьте, все маги, все вот, кто занимается какой-то деятельностью эзотерической, они всегда носят браслеты. Так, лот номер 3, пала бирочка, лот номер 3, размер у этого браслета 16,5, но также присутствует удлинитель 3 сантиметра, то есть еще плюс 3 размерчика, стоимость его 990 гривен. Браслет ротированный, и маленькие камушки — это также фианиты цвета сапфир. Посмотрим дальше. Такой классический, можно сказать, серебряный браслет. Выполнен он из звеньев литьевых, и серебро здесь матовое, то есть здесь серебро не глянцевое, не блестящее, оно немного заматированное. Сейчас я вам покажу вот так вот во всей красе. Замочек у этого браслета карабинчик, чтобы вам было видно. И посмотрим его номер и стоимость. Итак, лот номер 4, стоимость его 740 гривен, размерчик 19,5. Удлинителя здесь, к сожалению, нет, поэтому приблизительно на 19-19,5 размер подойдет этот браслет. Следующий у нас браслет такой тоненький, нежный, девичий. Хочу еще перед тем, как его показать там более подробно, пригласить вас всех в Instagram «Ново нижнее подчеркивание Зирка». У нас скоро будет проходить конкурс с розыгрышем, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Я думаю, что сегодня-завтра там уже будет об этом информация, и мы ждем. В прошлый раз у нас был победитель, выиграла очень красивое кольцо баттерфляя, бабочка, девушка из Запорожья, Оксана Бачурская. Мы с чем ее и поздравляем. Так, а наш лот номер 5, это тоненький изящный браслетик вот с такой вот флористической тематикой. Размер у него 17,5, также присутствует удлинитель на 2 размера, вес 3,09, цена 450 гривен. И вот я вам сейчас его продемонстрирую поближе. На тоненькой якорной цепочке, кругленький замочек, камушки здесь вставочки фианиты. Такой неброский, но в то же время очень интересный вариант для девушки молоденькой. Я надеюсь, что вы нас тоже смотрите. Следующий браслет, можно сказать, у нас хит сезона. Коллекция уже практически была распродана через магазины, через оптовых покупателей. Остался вот один единственный браслетик, Ван Клифчик. Очень лаконичный, но в то же время очень интересный. Здесь вставочка черный оникс, родированное серебро. Вот посмотрите, он с двух сторон одинаковый, двусторонний браслетик. На якорной цепочке он представлен. И посмотрим, что же нам тут говорят о цене. Размер у него 19, так, удлинитель, есть ли у нас тут удлинитель, да, порядка 2 сантиметров, даже где-то 2,5 есть. Стоимость его 450 гривен и вес 3 грамма. Вот, я думаю, что для любителей таких Ван Клифчиков стильных, очень интересный вариант. Это бамбук стилизованный. Вот браслет выполнен на цепочке венецианки и вот с таким интересным замочком-бегунком. То есть вы можете фиксировать его на ручке, как вам удобно. Поэтому размер здесь приблизительный, размер 18. Но я так предполагаю, что, наверное, этот браслет где-то подойдет до 20 точно размерчика. И в меньшую сторону его тоже уменьшить можно, потому что он регулируется на бегуночке. Посмотрите, пожалуйста, как это все происходит. Итак, лот номер 7. Браслет стоит 650 гривен и вес его почти 5 грамм. Инкрустация здесь немножечко фианитами, совсем-совсем капельку, совсем чуть-чуть. Следующая моделька для любителей геометрических форм. Но прежде чем я его покажу поподробнее, этот браслетик, я хочу напомнить, что доставочку мы осуществляем по всему миру и в любую точку мира, пожалуйста, заказывайте, и практически в любые города мы можем осуществить доставку. Так, к оплате мы также принимаем 3 валюты: гривны, рубли и доллары. И если вы желаете забронировать какое-то изделие, бронь у нас происходит
по предварительной договоренности, но больше чем на 7 дней мы не бронируем. Поэтому, пожалуйста, учтите эти пожелания наши. Итак, серебро. Еще раз показываю браслет. Браслет состоит вот из таких геометрических звеньев и украшен маленькими фианитиками. Вот завальцовочные огранки, видите, они завальцованы. Лот номер 8. Браслет здесь 19 с половинкой, вес его почти 10 грамм, достаточно тяжеленький, и стоимость его 780 гривен. Это серебро чистое, не радированное, но вы можете сами убедиться, что оно достаточно неплохо блестит, и вам для того, чтобы за ним ухаживать, в принципе, хватит только мягенькой тряпочкой. Замочек, карабинчик, такой достаточно крупный карабинчик. И очень интересные геометрические такой формы браслетик. Браслет, может быть, помните раньше такого характера, его называли Rolex, но мы его называем браслет Versace. То есть он с узорами Versace, и в принципе эта форма почему-то у нас называется Versace. Браслет вот на таком замочке, коробочка, и он у нас очень большого размера. У кого крупное запястье, вам подойдет, девочки. Размерчик H22. Я бы сказала, что это браслет унисекс. Он подойдет и мужчинам. Посмотрите, пожалуйста, для своих любимых. Возможно, вам он понравится. Браслет без вставок, он лаконичный, поэтому вполне удобный вариант для подарка для мужчины. Итак, лот номер 9. Стоимость его 2450 гривен. Размерчик, еще раз напоминаю, 22. Серебро здесь покрытое орудием, это радированное серебро, и очень он такой увесистый. Следующий браслет, который я демонстрирую, цепочный. Я вообще хотела вам еще немножко рассказать о браслетах и сказать, что вот у нас на запястьях выходят точки, связанные с работой головного мозга. И запястье – это место, где бьется пульс, зона стечения энергии. Поэтому, в принципе, и издревле это заметили. И в разных культурах, в разных народах браслеты носили именно для того, чтобы стимулировать работу головного мозга и работу разных полушарий головного мозга в зависимости от той руки, на которой находится ваш браслет. Так, и мы рассматриваем наш лот номер 10. Лот номер 10, цепочный браслет 19 размерчика. Серебро здесь не радированное, обычное чистое 925 с пробы, стерлинговое серебро. Вес этого браслета почти 11 грамм, стоимость 790 гривен. Смотрите, пожалуйста, он крупненький, звенья здесь крупные, и замочек карабинчик. Так, следующие наши браслеты, это вот недавно у нас вышла осенняя коллекция, мы всегда стараемся чем-то порадовать новым. Браслетики-листики. Посмотрите, пожалуйста, какой тут прекрасный сахарный фианит, такого изумрудного зеленого цвета. Браслет очень интересный, элегантный. Сейчас я продемонстрирую его на запястье, вот так он выглядит. У браслета необычные вот формы листики. И посмотрим лот номер 11, размер 19, удлинитель где-то на 2 размерчика рассчитан. Стоимость его 1800 гривен. И есть точно такой же браслетик, только с белыми фианитиками. То есть для тех, кто предпочитает более классические варианты, вот, пожалуйста, белые фианитики. Размерчик здесь, тут ошибочно 17 указан. Нет, он точно такой же, 18. И стоимость его такая же, 1800 гривен. Все эти размеры мы можем отрегулировать, можем принять у вас заказы, если у вас запястье или больше, или меньше. Вот такие красивые тематические осенние браслеты. Следующий наш любимый браслет Саламандра. Браслет универсальный, очень интересный. Он также, знаете, как бы звеневой, крупные достаточно здесь звенья. Но у браслета, конечно, много-много интересных моментов. Он геометрический. Саламандра здесь стильная, вот такая дизайнерская. Нам ее разрабатывал дизайнер. Этот гарнитур, есть еще кольцо, и подвеска, и серьги к этому браслетику. Но посмотрите пока сейчас в данный момент на браслет. Лот номер 13. Стоимость его 1500 гривен.
вес почти 15 грамм и 18 размерчик. Вот такая красота. Замочек здесь карабинчик и удлинитель приблизительно на 1,5 размера, небольшой. Милые дамы, я хочу вам напомнить, что мы можем вам сделать под заказ какие-то размеры. Для этого предоплата не требуется, требуется только ваше желание. Следующий браслет называется Adagio. Вот такие интересные стильные звенья, тоже похожи на осенние мотивы. Вот тут такой замочек, он называется костылик. И браслет, посмотрите, как он смотрится шикарно, как он обхватывает запястье. Подходит он тоже на несколько размеров, из-за того, что там есть колечки, удлинители. Лот номер 14. Стоимость браслета Adagio 2300 гривен. Вес его 24 грамма. Он достаточно увесистый. Размер я буду озвучивать, ну, скажем так, стартует от 17,5, но я думаю, что он где-то до 19 точно. Потому что здесь и удлинитель, и цепочка удлинитель. И в зависимости от того, как вы любите носить браслеты, плотно на ручку или с небольшим припуском, вы можете отрегулировать себе по руке данную модельку. Следующий браслетик Грааль со вставочками жемчуга. Вот такой жемчуг. Это не имитация, это культивированный жемчуг. Можно сказать, что натуральный, но не природно выращенный. Да? Он выращенный человеком в искусственной среде. А я вообще хотела еще сказать немножко о браслетах. Вообще очень люблю браслеты, честно. Сама ношу с большим удовольствием. Я бы хотела сказать о том, что браслет, он как бы обнимает ручные меридианы и стимулирует их. И мне всегда кажется, что он как бы добавляет нам какой-то энергетики и творческого потенциала. Особенно если его носить вот на правой руке. То есть вот я больше предпочитаю носить на правой браслеты. И, честно говоря, мне кажется, что это достаточно обоснованно. То есть это не то, что там какая-то эзотерика, а это какой-то такой легкий массаж, который происходит в течение дня, когда вы носите браслет. Итак, лот номер 15, браслет Грааль. Стоимость его 2500 гривен. И размерчик тут 18 и чуть больше. Вес 25 грамм. Это у нас гарнитурный браслет. В принципе, можно еще дозаказать и серьги, и кольцо. И видите, тут еще есть удлинитель тоже где-то на 2 размерчика. Смотрим дальше. Браслет для творческих девушек, которые любят рукодельничать, заниматься творчеством. Браслет пуговки. Очень нежный, такой интересный, стильненький браслетик. И я вам скажу, что есть также кольца к этому браслетику и серьги. Браслет не одинокий, браслет гарнитурный. Стоимость его 1700 гривен, лот номер 16, и размерчик здесь, ну, от 18 до 19, я думаю, что вполне, так как присутствует удлинитель. Вес его почти 17 грамм. Браслет не сильно тяжелый, но последний наш лот на сегодня. Браслет Барбара. Тоже стильный дизайнерский браслет. Вот такие интересные здесь три звена, крупные достаточно. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, какие они крупные. Облегают ваше запястье, которое мы уже говорили, стимулирует важные в организме нашем точки. Браслет на таких трех колечках с удлинителем. Вес у браслета почти 31 грамм. Стоимость вот 2900 гривен. И, девочки, размеры здесь, ну, я вам скажу так, от 17 до 20 вполне. То есть он безразмерный из-за того, что присутствуют удлинители, и он достаточно гибкий в носке. Вы можете отрегулировать, как вам нравится этот браслет, как вам он больше будет комфортно носиться. Ну что, мои дорогие, спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Еще раз попрошу вас подписаться, поставить лайки, нам будет очень приятно.
Мы постараемся снимать побольше новых интересных видео. Пишите в комментариях, какие изделия вас интересуют, что бы вы хотели увидеть в наших видео, о чем бы вам хотелось бы, чтобы мы рассказали, о каких направлениях, может быть, моды, дизайна, или, может быть, каких-то интересных там свойствах камней. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Ждем заказики, заявочки. И всем хорошего дня!